В Сургуте прошли первые зональные соревнования среди добровольных пожарных дружин высших и среднеспециальных учебных заведений. Конкурировали сборные двух сургутских университетов и Нефтеюганского индустриального колледжа. Какая команда оказалась сильнее в пожарно-прикладном спорте, знает Оксана Ярославцева. Спасти каждого жителя нашей страны! Пожарной дружине готова беды! Вступить в ряды добровольной пожарной дружины можно с 18 лет. Они все зарегистрированы в реестре добровольных пожарных в Ханты-Мансийском округе, которые сейчас проходят обучение. И я думаю, что в период уже лесных наших пожаров будут выезжать на тушение и помогать всячески пожарной охране. К соревнованиям участники готовились в течение полутора месяцев. В команде Сургутского университета будущие инженеры пожарной безопасности. Но те навыки, которые они получают здесь, на лекциях не дадут. Изучаем более точные науки, то есть будем приходить с инспекцией, проверять, а здесь уже можно почувствовать себя как настоящим спасателем. То есть мы можем как бы то же самое залезть по лестнице на этаж, одеть боевой костюм, а в университете такого не будет. Боевую одежду одеть! Давай. Быстрее всех экипировались для тушения условного пожара будущие педагоги. Студенты специальности безопасной жизнедеятельности педуниверситета говорят, что членство в добровольной пожарной дружине – их профиль, а участие в соревнованиях – необходимая практика. В любой момент можем помочь нашим пожарным, если они не будут успевать. Поэтому вот хотим проверить свои силы, насколько мы готовы. Студент педуниверситета Александр Хомячук уже на собственном опыте знает – работа пожарного для настоящих мужчин. Ему довелось принимать участие в тушении реального пожара, когда на станцию техобслуживания взорвался газовый баллон. Входили внутрь и тушили там пожар, смотрели, есть ли там пострадавшие. Ну вот лично я нашел кошку и вытащил ее. Ну, слава богу, что пострадавших не было. Ну, все обошлось хорошо. По итогам состязания первое место заняли студенты-добровольцы Нефтеюганского индустриального колледжа. Вторыми были сургутские студенты-педагоги. Будущие инженеры пожарной безопасности показали третий результат. Победители зональных этапов представят Югру на соревнованиях Уральского федерального округа. Оксана Ярославцева, Матвей Ященко, телерадиокомпания «Север».